Надо помел. Отлично, как они? Делаю нет. Готов уехать или нет? Я готов. Thank you.
зачем мы сюда едем? Мы здесь не переправимся. Блять, маршрут уеду. Мы через город едем, мы же там не переправимся в брод. Разве нет? Thank you.
Что? Это случайный огонь. Так, ну что, есть желающие быть героем, нет? Давай, вперед, кто там в главном хаммере водила? Так, ну, а где третий хаммер? Ответьте, хаммер, где? Где? А, вот видишь, да? Сейчас, значит, делаем так. Один хаммер едет на трейд стейшн. Два других контролируют. Возможно, пуск мяса. Приняли? Давайте на трейд стейшн.
здорово, блядь. А вот смотри, Фиплак. Азимуту 105. Уже. А сова где у нас? Третьим вот. Сами. Вы уехали на свою метку? Или не уехали? Нет, у меня нету карты. Ничего не сказал? А GPS есть у вас? Вот прямо от того, где мы выезжаем. Вот прямо оттуда, куда вы выезжаете, прямо двигайтесь на север. На север. Там перейдите дорогу и будет такое здание, там стойте. ГБ на месте? Мы южнее вас. Ровно на юге. Азимут 15 до завода. Азимут 0. Я совет. Так, значит, ГБ, видите, от вас, на севере будет такая группа. Я вас вижу, можете относительно вас сказать. Да, в севере и нас, двигайтесь. Вы видите группу строений на 40? Сейчас. ГБ. На 40, видите? Да, наблюдаю. Давайте двигайтесь туда. По дороге едете, там видите, метров 500 проедете, будет такие строения, там вставайте.
охренели. Банзай, двигайтесь. Так. Значит, наши врага продвигаются довольно успешно с запада. С нами открытое поле. Сорокан, типа, их видно? У тебя хорошо там три строения? Еще раз азимут. Ну, на 40, вот там три строения за этой картинкой. За хайвеем. На 40 не вижу вообще. Дом мешает рядом с нами. Понятно. Выключи двигатель, прокрути. Что прокрутить-то? Внимание, на 30 сил разрывается. Так. Азимут 30. Кто работает? Азимут 30. Там ложка на азимут 30. Азимут 3. На 218 можешь посмотреть, кто лежит? Вижу горящий круг на 30. То есть, своим. Так, ну смотрите, тут все-таки. На 30 выехали, да? Да. А вот на 38, на 40, вот там три строения такие, видишь? Что-то видно там, нет? Рус Иван, на военной базе у нас остались свои? Мишки с севера на Кобру заходят. Да, слышал. ПЗРК-то! Да все, я уже сделаю, блядь. Че, нам подкатываться к вам? Нет. Блядь, захват срывается.
придется рисковать. На юг иди, Пикачутка. Я отсюда уже базу вижу. На базе там что-то теплится. Понятно. Смотри, посматривайте сам бой. Руслан, на юге у нас кто-нибудь оставался на военной базе в городе? Так, тихо. От вас на 340 за хайлайн. Хотите спешить, посмотрите свой ход. Сука, сбегает захват, блядь. А что, отсюда ничего не видно? Ну прям кончик чего-то. Вообще пехотинец с трубой бежит за лавкой. Где бежит? Двое. 006, один азимут. Второй где-то за домами на ровно. Захиваем слева направо. Азимут 126, что ты движешь? 26. Так, смотрю по этому азиму, пока не вижу. Не вижу по этому азиму, чё, чтобы двигалось. Ушло что-то на восток. Разобрал, что. Походу, крыша БМПшки какие-то. А нет, продолжаю видеть антенну. Вести 126. БМП? Только антенну вижу. Ну значит все, приготовься стрелять, значит как выйдет и будешь уже ждать. БМП. Казай, ты говоришь? Да, я. Ну приготовься, как только выйдет на это самое, так что ты ее поразил, поражай. Нет. Ты пустил. Попал? Нет. Попал. Уничтожил? Уничтожил. Ну, красавцы, значит. Перезаряжать. Так, Блин, перезарядился? Ой, то есть, Банзай перезарядился? Банзай перезарядился. Что-то быстро. Блин, что видно на базе и вот там, строение? Там какая-то одна засветка небольшая, но я не знаю, откуда туда нет. На 60. Вот у, это как-то, у заправки. Ничего не видно?
Не, ничего. Засветку больше на базе не вижу. Ты имел захватку от техники, а не от человека, да? Да, да, там край техники стоял, но я в него не попал все равно. Сколько еще зарядов ТОУ на каждой машине? 6. 5 или 6. Нормально. Да и куда поставить-то, подъехать-то бы. Иван, ты будешь говорил про пехотинца на 120, на 219 военной базы. Там есть вообще наши отметки? Военная база в районе Калуги, в городе самом. Вроде нет, здорово никого. Просто там в одной башне сидит пехотинец. Я тебя уже 3 раза про него спросил. Враг, наверное. Так, ладно. Попробуем рискнуть. 60 едем. Кто подбитого там? Там за вами. Нет, пока. Там М2 на бункерах. Мы встали прямо под М2, Иван. Выжигайся, что ты видишь там. Пехотинцы с М2? Ну ладно. Пуск. Ну, ты... Не вижу, куда ты попал. Попал? Понятия не имею. Перезаряжайте. Вверх. Сейчас, если топ заряется, я его успею жахнуть. Нет, уже не успею. Сука, сорвал захват, что ли? У вас стингера еще нету, нет? Два должно было быть. Понял. В машине. Блин, неудобно, не попаду, наверное.
отчет. Будем за. На 41 какой-то засвет. Паркающий. На 41 какой-то засвет. Пацаны, подождите, у вас еще есть эти самые стингеры? У вас в машинах есть стингеры? Бонзай есть стингер. Подъезжайте, давайте мочите это самое ближе к этому. Че, из ПТУ что ли? Что, по вертолету что ли? Блин, чуть-чуть. Хорошо, хорошо шел просто. Подожди, Иван, перезарядиться. Короче, подъезжайте. Поехали. Да не, куда он едет, он сейчас за нас заходит. Давай, Бонзай, попробуй его сейчас жахнуть. Сейчас прямо курс на нас идет. Посмотри, смотри, маневрирует. Все, падает. А нет, ушел просто вниз. Пересел. На какой азимут самый вертолет? От меня на 37-36. О, есть, молодец, вертолет. Да, попал, хорошо. Перезаряжайся. Бэха, бэха, блядь. Так, азимут. Помогай, Бонзай. Азимут 20. Блядь, азимут 20-30 меня. Между двумя домами, смотрите. От базы два дома, между ними. Бэха стоит. Уничтожить. Бонзай, давай. 15 секунд. Грин, ты видишь тоже нет. Ты видишь? Я-то вижу ее, у меня перезарядка. Не свой борта. Давай, перезаряжай. Она нас не видит. Да, да, валим, валим. Блин, сейчас на нас повернет. Вот сколько у тебя еще зарядка? Еще минут, секунд 5. Блин. Вот она уехала, блядь. Вот она только уехала, как у меня зарядилась. Держу ее, короче, на прицеле. Все равно сейчас выйдет, наверное, блядь. Смотри. Прикрывайте, я ее не буду из прицела выпускать. Там стреляет. Поставь, подъезжай. Бонзай уничтожил борта. Перезаряд. Молодец. Блядь, ушла. Промазал, блядь, перезаряжайся. Вот она выехала, блядь. А, блин, не стреляй. Я, то есть, девастатор, не стреляй. Тихари Самос, когда она на полном ходу. Видишь, там мчится к базе. Так, там то, на М2 стоят чуваки. На 350 за свет. На 38, на 39, значит. Перезаряжайся, все, она встала. 13 секунд. Все. Бардак или Бэха катается. Что 348? Бэха, Бэха была. А, на 348 уже. Так, значит, тихо, девастатор. Азимут 39, заряжайся. И уничтожай. Есть попадание. Есть, да, попадание. Слушай, она, по-моему, живая, блядь, осталась. А нет, все, вот, чуваки подпрыгали за ней. Еще одна подъезжала. Нет, слушай, только чувака убило. Она сейчас жахнуть должна. Стрелок на водителя сел. Да как она жива-то? Как я говорю, стрелок на водителя сел. Давай, заряжайся, еще мочи ее на. Сколько у тебя зарядов стало? 13 секунд. Два заряда. На нас повернула. Подъехать к вам, может? Нет, не смотрит на. Да, можно, можно. Можно. Готово, могу. Мочи.
башню, чтобы наверняка ее выйти из двести. В того говорят, Мордак едет, а 348. Остановился. Семь секунд. Промахнулся. Ну ёпамать, 348, вот он поехал, блядь. А, нет, банзай, еще больше. Банзай перезаряжай. 346. А где у нас дыбы, блядь? Останавливается. Готов к огонь. Могу стрелять. Всё, попал. Попал. А где у нас дыбы, я чуть понять не могу. А, ну все тогда, я что-то вообще про вас забыл и не понял. Да, 047, 047 едет ВХ. Давай, не промахнись. Ушла, зеленку не вижу. На базе. Держи ее под прицелом. Она ушла в зеленку. Да понял, я понял. А слушай, вот эта ВХ на 38, на развернутой она не горит, блядь, все-таки. Да все, ей хана, она уже не стрелять не сможет точно. Ладно, давай, контролируй ту, которую это самое. Так, доложить, сколько боезапаса осталось у всех. Один последний выстрел. Банзай 4 лучше. Банзай 4 и 5. А я понял, ОГБ. Ага, ну выбирайте толпу под пожирнее и можете одну потратить на эту самую толпу. А у них, кстати, еще шилка есть, не забудьте. Шилка за базой стоит, кстати, на М2 стоят до сих пор, пехотинцы. Так, вижу опять освет 44, далеко. Попасть не смогу. А там своих нету, на 17, например, минут. Своих. Ну, фиг его знает, я посмотрю. Да, своих. На 17, да? Азимут 48, 47. Ну, могут быть, могут там из-за светки, на карте стоят наши значки. Азимут 48? 48, да. Азимут выбитая стоит или нет? Ну, мы по ней два раза попали, да, Азимут 47, приготовься. Азимут 47, едет сюда. Приготовься, девастатор. Да готов, я готов, она у меня в перекрестье. А сейчас жди. А уж налево. 43, один. За базой катается. 42, 41. Да, шилка за базой каталась. Остановилась БХ. Нет, назад дает. 41. Ты ее видишь? Шилку вынести. А, 3 пикселя вижу от нее. Это танк. Шилка выезжает. Танк. По танкам попадание. Уходим отсюда, Иван. Все, больше патронов нет. Так. ГБ, БГ. ГБ, Макс. Это бегом на нашу позицию. ГБ, бегом на нашу позицию. Заряжаюсь. ГБ на нашу сейчас позицию. Заряжу, бегом. Блин. Че, девастатор? Там еще БХ осталось. Да знаю я. Девастатор, ты готов умереть, герой? Да, готов, конечно. Так, сейчас... Я уже фосфорный гранат набрал. ГБ сейчас подъедет к нам, мы тогда поедем умирать в зону. Подожди, трассирующий выкинул, лучше гранату возьму. Так.
Внимание, ГБ. 43. Они услышали последний? 41. О, нами минус в нее стрелял, а она потом выбилась. Она сейчас не рабочая. Я хорош. Хотя был поджат к стене, он сидел так, чтобы не достали, один хер вынесли. И начал смотреть через дорогу. Ну,